Здравствуйте, новости спорта на ТНВ, в студии Айрат Шамилов. В Казани завершила свою работу школа Брызгалова. Три дня 12 юных вратарей спортшколы Акбарса тренировались под руководством чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли Ильи Брызгалова. Мастер-класс проходили не только на льду, но еще и в спортивном зале и в лекционной аудитории. В прошлом году Илья впервые попробовал себя в качестве тренера, работая с юными хоккеистами в родном для себя Тольятти. В нынешнем году школа уже работала в Уфе, теперь вот Брызгалов приехал и в Казань. Как признался сам хоккеист, столицы Татарстана он не был уже 11 лет и был удивлен увиденным. Вот здесь прекрасная хоккейная школа и достаточно хорошее финансирование. Да. Вот смотрите, строятся здесь объекты разные, да, принимаются универсиады, много катков, много всяких теннисных этих. Да. Люди хотят, и руководство республики хотят это, да, они строят и отдавать обратно это все народу. Хоккеист дал нашей телекомпании эксклюзивное интервью, в котором рассказал много интересного. Его телеверсию зрители смогут увидеть в субботу в программе «Новости Татарстана». А потом оно традиционно в расширенном формате будет размещено в открытом доступе на интернет-канале спортивной редакции ТНВ. Казань готовится к хоккею. Вот так сейчас выглядит основной лед в Татнефть-арене. Нет заградительных стекол, они будут установлены в ближайшее время. На этом льду пройдут матчи турнира памяти тренера Юрия Моисеева. Напомним, что сезон в КХЛ начнется 6 сентября. Акбарс примет Северсталь. В этот день любителям хоккея презентуют Кубок чемпионов мира 2012. Трансляцию матча вы сможете увидеть на нашем телеканале. Главным арбитром центрального матча пятого тура российской премьер-лиги «Спартак-Рубин» назначен москвич Алексей Николаев. Ассистировать в качестве лайнсменов Николаева будут Андрей Глот из Ярославля и Алексей Харламов из Тюмени. Напомним, что матч состоится на московском стадионе «Лужники» в субботу, 18 августа. В матче не примет участие нападающий Нельсон Вальдес. Сегодня стало известно о том, что парагваец на правах аренды переходит в Валенсию. Вальдес будет выступать в испанском клубе до конца сезона 2012-2013 годов. Правом дальнейшего выкупа. Причиной переезда парагвайца стало отсутствие в Казани испаноговорящей школы, в которой могла бы учиться его дочь. Напомним, что в состав казанца Вальдес перешел из испанского «Эркулеса». В 2001 году провел 31 матч и забил 6 голов за казанцев. Так что, возможно, Рубин вновь откроет закрытое для себя трансферное окно нынешнего лета. Второй день основной сетки теннисного турнира «Татарстан Оупен» принес первую сенсацию. Накануне из состязаний вылетела первая сеянная ракетка турнира Нина Братчикова. ПМР «Азген» из Турции оказалась сильнее челленджера 4-6-2-6. «Азген» теперь предстоит встретиться с выходцем из квалификации турнира Нигиной Абдураимовой из Узбекистана, обыгравшей россиянку Юлию Валетову 6-1-4-6-6-1. Абдураимова продолжает соревноваться и в парном дуэте, где они вместе с Ксенией Лыкиной и сыграют против Елизаветы Завета Янчук из Украины и Светланы Пироженко из Белоруссии. Для выхода в четвертьфинал интернациональному дуэту понадобится победить у третьей сеянной пары турнира Арины Родионовой и Мелани Соут. На этом наш выпуск завершен. Увидимся на ТНВ.